США и Южная Корея обсуждают дальнейшее размещение американских стратегических вооружений на Корейском полуострове в ответ на испытание КНДР водородной бомбы. Речь идет в частности о бомбардировщиках Б-2, атомных подводных лодках и истребителях F-22. Днем ранее США подтвердили полет своего стратегического бомбардировщика Б-52 над Южной Кореей в сопровождении истребителей. Развертывание американских стратегических вооружений чрезвычайно важно. Северная Корея проводит ядерные эксперименты, а это значит, они собираются создать ядерное оружие. Тем временем Пхеньян распространил снимки посещения Ким Чен Ыном подразделений Министерства обороны, организовавших испытания водородной бомбы. Северокорейский вождь поздравил подчиненных с выполнением поставленной задачи.